Всех приветствую. Поставьте плюсики, если меня слышно. Алло, алло. Съем конфетку, пока жду. Привет, Димок 135. Отлично. Прошу прощения за чавканье. Начнем. Так, переместим эту ссылочку сюда. Так, и поедем. Так, сейчас увижу в повторе, появился экран у вас или нет. Секунду. Да, все, появилось. Ну, в общем, как вы все знаете, я посетил мероприятие CG Event 2018, который проходил в Москве. Я не ходок на такие мероприятия в силу природной социофобии, то есть боязнь общества. Но меня сподвигло посетить это мероприятие следующая история, связанная именно с полноценным, скажем так, с полноценной высадкой десанта от Houseup Group и во главе, конечно, с Владом Кайлазовым. Я не мог такое пропустить и, соответственно, собрался и выдвинулся. Первый день этого мероприятия был достаточно, на самом деле, скучным в силу того, что, ну, все новинки, все обзоры, которые там проводились, они объективно были уже не новыми. Те, кто в теме, те, кто следит, естественно, немножко зевали. Зал был немногочисленен, но все же поговорим об этом отдельно, потому что информация, которая будет подаваться мной, она будет подаваться с комментариями, и это уже будет более интересно, нежели чем просто посмотреть тот или иной ролик, вышедший на YouTube. Сейчас я запущу ролик VRayNext Update и буду останавливать и комментировать его. Идет презентация нового решения. Это вьюпорт интерактивного рендеринга. Приторможу и поясню, в чем вообще смысл этого нововведения, анонса этого нововведения. Смысл в том, что интерактивный рендеринг был полностью переписан. Были устранены основные проблемы, которые делали этот интерактивный рендеринг тормозным. То есть, когда был основной доклад Влада, он сказал, что принципиально в интерактивный рендеринг не было внесено ничего. То есть ядро интерактивного рендеринга было оставлено таким, какое оно есть. А потому что оно было априори быстрым. Но определенные трудности, определенные программные барьеры, не связанные с VRay'ем, мешали работать интерактивному рендерингу достаточно быстро. Из нововведений, которые связаны с интерактивным рендерингом, было сделано следующее. Было сделан дополнительный, появляется режим, это VRay интерактивный viewport. То есть здесь после установки VRayNext апдейта единичка появляется режим отображения интерактивного рендеринга, что очень клево, очень удобно. То есть сразу во вьюпорте можно заделать, ну, допустим, в таком режиме, можно заделать вьюпорт интерактивчика и гнать. И отвечаю на вопрос мистер Шутишка, это ж какую надо машину иметь для такого интерактива. Все то же самое, то есть любая среднестатистическая рабочая лошадка любого среднестатистического визуализатора справится с таким режимом. То есть еще раз повторюсь. Ничего принципиально не менялось, просто были устранены ряд, скажем так, программных барьеров, которые мешали работать интерактивному рендерингу в V-Ray достаточно быстро. И, соответственно, мы видим, как это сейчас работает. То есть все работает то же самое. Вот слева картинка V-Ray Next. Справа картинка V-Ray Next +1. И видим, что скорость отклика при изменении сцены гораздо выше. При этом принципиально ничего не поменялось именно в ядре движка. Просто были устранены именно программные барьеры, связанные с самим внедрением V-Ray в 3D Max. Следующее нововведение, это как раз таки, скажем так, постэффект по просьбам трудящихся. То есть, вот мистер Лампа задает, был ли кто из короны? Нет, из короны никого не было, но постоянно отсылки короны шли. В течение сегодняшнего обзора я об этом расскажу. И, в частности, был изменен диалог ленз-эффектов. Трудящиеся в короне, либо просто использующие два движка, постоянно сетовали на то, что V-Ray очень неудобный и какой-то кривой, косой, не знаю, именно диалог по настройке Bloom и Glare эффектов, и они его переписали. Переписали именно с оглядкой на решение в короне, исправили какие-то баги. И, соответственно, как бы именно этот раздел стал намного лучше и отзывчивее, и с точки зрения визуальной эстетики также лучше. Вопрос Dimog 135. Я все думал, что это полностью новый рендер или улучшенный V-Ray RT. Не понял на самом деле, о чем ведется речь. Сейчас все эффекты, которые показаны здесь в этом ролике, делаются не на GPU. Именно вот все эффекты, причем интерактивный рендеринг во viewport, он также реализован на CPU. Никаких GPU прикруток в текущий момент нету. Поэтому, отвечая на вопрос в Академа, нет, это только CPU-шное решение. Так, Димок, поясни свой вопрос, чтобы я на него мог полноценно ответить. Дэйв Зе, а V-Ray вообще говорят, что будущее за GPU рендерингом будет, или все-таки также нужны мощные процессы? Да, забегая вперед, то есть я хотел это, скажем так, оставить на потом, но раз этот вопрос уже сразу возникает, то отвечу. Сам Влада, то есть на второй день, когда было его выступление, черным по белому, открытым, скажем так, слогом сказал, что да, на текущий момент вся тенденция развития рендеринг индустрии — это ГПУ. Никаких вариантов других быть не может. Единственное, что может быть, это гибридная реализация и работа совместная ГПУ и ЦПУ. Вся проблема, текущая проблема всех ГПУ-движков связана с нехваткой оперативной памяти. Большой объем оперативной памяти ведет к большой стоимости самой приблуды, которую мы ставим. Но за ГПУ будущее по ряду причин. На текущий момент, опять же сказано Владом, ведутся разработки, именно программные разработки, которые позволят совместить следующие моменты. Использовать для расчета рейтрейса непосредственно ГПУ, но вся информация о текстурах, о свете, ну и так далее. То есть вся информация сцены будет храниться именно в оперативной памяти, которая управляется, привет, Андрей, которые управляются ЦПУ. То есть это как бы своего рода гибридизация. Те решения, которые сейчас есть, допустим, тот же Redshift, это все на текущий момент лажа, потому что многие знают, что когда Redshift не хватает оперативной памяти у видеокарты, начинается выгрузка в оперативную память, управляемую ЦПУ, и скорость рендера значительно падает. И Владан на текущий момент — это разработка ближайшего года, и приоритет ближайшего года-двух — это именно гибридизация расчетов, то есть чтобы вся сцена, вся фигня хранилась в оперативке обычной, да, а все вычислительные процессы, весь рейтрейс шел на ГПУ. Тем самым как бы будет решена основная проблема. На текущий момент есть промежуточные решения, я к ним еще вернусь, когда переключусь на вопрос видеокарт и той сессии, на которой я был, посвящен именно от NVIDIA. Далее, едем по ролику дальше. То есть здесь показаны просто работа интерфейса, ничего особенного, просто его более-менее причесали, более-менее как бы выстроили гладенько. Так, вот здесь дисперсия. Раньше дисперсии не было в ГПУ движке V-Ray. То есть дисперсия не поддерживалась. Сейчас реализовали дисперсию, и теперь можно ювелирку рендерить на ГПУшке, что достаточно круто, потому что проработать можно очень детально все моменты. Так, мистер Шутишка, а что по поводу RTX карт? Ее стоит приобретать или ждать нового поколения? Оставьте этот вопрос на попозже, я к нему вернусь, когда будет обзор именно вопросов ГПУ и видеокарт. Вот, это вообще бомба. ГПУ Bucket Rendering. Что это дает? То есть сейчас на видеокартах можно рендерить бакетами. То есть не прогрессивный рендеринг, а именно бакетный рендеринг на видеокартах. Это дает возможность использовать CryptoMate рендер элементы. То есть сейчас многих останавливало именно тот момент, что прогрессив рендеринг, причем это, по-моему, проблема не только V-Ray, а других движков, они не поддерживают CryptoMate. Могу ошибаться, не проверял эту информацию, сейчас просто строю свои догадки, что CryptoMate рендер элемент может выводиться только при бакет рендеринге. Ну вот наглядно видно. Далее, улучшили скорость просчета фога, причем в разы. Вот, все, теперь понял. Я когда вопрос от Dimog 135. Я когда увидел рекламу V-Ray Next, решил, что это ГПУ рендер. Видимо, не так понял. Нет, все дело в том, что в одном программном, скажем так, решении V-Ray Next предлагает как ГПУ рендер, так и ЦПУ рендер. То есть это общее коробочное решение. Они, как я понял, опять же, со слов Влада, не будут разделять впоследствии два этих продукта. То есть они не пойдут каждый своей дорожкой, потому что уже априори всем известно, что, понятно вернее, что ЦПУ рендер — это уже, скажем так, не то чтобы атовизм, но это данность, с которой пока приходится мириться, но в любом случае все идут на перегонки друг с другом по поиску решений, оптимизации и прочих моментах, связанных именно с ГПУ рендерингом. Сейчас V-Ray Next именно в ГПУ решении переписал полностью свое ядро. Переписал весь код именно для ГПУ. И сейчас ГПУ рендеринг именно в исполнении Некстовском, да, он в 2 раза быстрее. Это факт. Поэтому V-Ray Next – это и ГПУ, и ЦПУ одновременно. Причем самый интересный момент – я не очень точно понял на лекции, но, по-моему, именно V-Ray ГПУ, переключение между ГПУ и ЦПУ сделали максимально комфортным. Что это я имею в виду под этим? Я имею в виду то, что... Так, секунду. А раньше, когда мы переключались между двумя рендерами, перегружался полностью весь интерфейс, и, соответственно, многие настройки, которые были здесь и которые были в ЦПУ рендере, они либо перерисовывались, либо перезагружались, и, соответственно, все опять обратно сбивалось. Сейчас переключение между ГПУ и ЦПУ сделали просто путем скрытия, ненужных элементов, ненужных вкладок. То есть никакой затираемости не происходит. Очень мягкое переключение между этими двумя режимами теперь. Вот такое нововведение в рендер-движке следующее. То есть фок сейчас считается очень быстро, но это опять же связано именно с тем, что переписали ядро. Ввели следующий момент, то есть обратно вернули V-Ray Physical Camera. Вместо шутишка, корона не перейдет на ГПУ, это факт. Про корону поговорим отдельно. Rolling Shutter. Ну, это больше сделано, скорее всего, для киношников, да, потому что данный эффект наблюдается, когда идет съемка цифровой видео или фотокамерой, и быстро движущиеся объекты начинают вести себя именно вот так, как на рендере. То есть они просто не успевают засняться. То есть идет какой-то там разрыв именно картинки. Надо читать в Википедии. У меня где-то ссылочка есть, сейчас искать не буду, когда я просто готовился к стриму, посмотрел, что это за эффект в реальности. И они это просто фишечку реализовали. То есть, по сути, эта вещь больше нужна для продакшена в киноиндустрии. Когда делаются какие-то шоты, именно связанные с этими там вращением винтов у самолетов, вертолетов и прочими такими скоростными штуками, когда нужно получить именно честный эффект, связанный именно с роллинг-шаттером. Посмотрите в Википедии там, и все станет понятно. Далее, волосы. Physical Hair with Glint and Glitter. Также переписан шейдер волос, причем он переписан изначально уже для Next, а потом в апдейте первом они ввели опцию Glint и Glitter, то есть возможность настройки более ярких бликов, более интересных решений. Здесь мне эта тема не особо интересна, поскольку с персонажкой и с чем-то я не работаю, и поэтому особо не вникал никогда в эту тему. Но настройки волос, опять же со слов комментаторов, сделали более интуитивно простыми и понятными. И в целом, опять же со слов разработчиков, они вообще... Почему так получилось, что в свое время V-Ray сдал свои позиции? Потому что V-Ray сдал, ну, перед короной имеется в виду. Потому что V-Ray достаточно старый и древний продукт, и код писался, наслаивался друг на друга, то есть вышла версия 1.5, ну, была версия 1, потом 1.5, потом версия 2. И сейчас версия 3.6. И все это напоминало по конструкции, ну, кто вот смотрел анимешку Миядзаки «Блуждающий замок Холла», где вот этот замок такой ходячий, на нем натыкана куча башен. Вот V-Ray представлял, да, до V-Ray Next, V-Ray представлял примерно такую же конструкцию. Соответственно, многие моменты, которые требовала реальность, современность, невозможно было реализовать. И, соответственно, люди просто появлялись дополнительные галочки, появлялись дополнительные настроечки. И так шла постепенная эволюция. И почему эти галочки не отменяются, и почему эти галочки не убираются? И в чем принципиальное отличие V-Ray от короны? Корона существует в комплекте Daily Build. То есть она существует, как бы нет поддержки, полноценной поддержки старых версий. То есть Влада, да, когда я ему задал вопрос на эту тему, он сказал следующее. У нас есть компании, группа компаний, которые до сих пор сидят в первых билдах V-Ray, и мы им до сих пор оказываем поддержку в силу того, что есть очень долгие проекты, я не знаю, не стал уточнять в какой отрасли, в какой сфере, реализация которых не, пайплайн которых не подразумевает как бы апдейт на новые версии V-Ray. Но при этом мы пишем для них заплатки, то есть вводим нововведения, то есть те билды V-Ray, там 1.5, они до сих пор существуют в тех компаниях, причем со всеми мулями, которые есть в современных билдах. То есть это политика самого V-Ray. И в целом, по сути, V-Ray, мы, да, в большинстве все равно здесь сейчас сидят, это архвизеры, в большей или меньшей степени. И мы все мыслим в рамках своей так, специальности узкой. И что происходит там в киноиндустрии, там, в геймдеве, нас достаточно как бы посредственно интересует. И поэтому мы за вот этим частным не видим большего. А опять же, верхушка компании House Group, они совершенно по-другому. Я это понял, когда вот посетил все эти лекции и посмотрел также, по сути, на весь, на всю линейку продуктов, софта, который изготавливается в House Group, я понял, что вообще происходит. Вот, то есть, по сути, V-Ray сейчас очень сильно поглощает рынок своими продуктами, и они хотят сделать максимально кроссплатформенный продукт. То есть, чтобы V-Ray был в каждом засраном софте, начиная с Архикада и Скетчапа, с Ревита, продолжая Максом, Майей, Худини и так далее. То есть они внедряют и Cinema 4D. Кстати, Cinema 4D, интересный такой факт. Оказывается, V-Ray для Cinema 4D писался не хаусами. То есть это была сторонняя разработка, они отдали свой SDK, и по этому SDK сторонние разработчики лепили какой-то как бы V-Ray, который не имел никакого отношения на самом деле к хаосам. Теперь все поменялось именно с выходом версии V-Ray Next. Они в течение года обещали допиливать его и адаптировать уже у себя в лаборатории. И, соответственно, для Cinema 4D V-Ray будет уже написан именно House Group. Вот. И вся фишка в том, что V-Ray сейчас позволяет... сделать следующую вещь. Сейчас я найду так, моментик, о котором я говорю. Вот такой момент. Это я сейчас открыл картинку для Майи. V-Ray Scene Files. Это на самом деле можно воспринимать как кроссплатформенный формат. Данный формат можно открывать в любом 3D редакторе, в котором установлен V-Ray. Я ради интереса побаловался, по сути своей, как бы это готовая сцена, которая может рендериться в стендалон, может рендериться в Maya, может рендериться в Houdini, может рендериться в 3D Max и прочем софте, который позволяет открыть эту сцену. То есть они... House Group лезут во все, то есть они полностью и плотно-плотно занимают нишу. И все вот эти говнометания между апологетами V-Ray и апологетами Короны на самом деле выглядят как возня навозных жуков в маленькой кучке говна. по-другому не скажешь, потому что когда я начал как бы понимать, куда движется именно House Group, я понял, ну, все понятно. Почему они, в принципе, купили Корону? Они просто вернули, скажем так, себе обратно тех клиентов, которые откололись, да, то есть вот этот, по сути, Корона позиционируется как рендер-движок для блондинок, это никто не скрывает непосредственно в House Group. То есть, да, это простое решение, да, это такое вот минималистическое решение по уровню нажал кнопку и готово. И мы эту вещь купили в силу того, чтобы у нас эти клиенты были, и потом они никуда не делись в силу того, что V-Ray и Корона глубоко интегрируются в друг друга, да, то есть следующие билды с большой вероятностью будут поддерживать друг друга, то есть идет такая глубокая интеграция. Опять же, но никто не говорит о разработчиках Короны уничижительно, там, пренебрежительно и так далее. То есть, опять же, сам Лада, когда задал вопрос о Короне, он сказал, что разработчики Короны достаточно башковитые ребята, у них очень огромный багаж знаний, связанный с теорией рендеринга и... То есть именно вот именно все эти моменты адаптации физических каких-то моментов в CG индустрию. И, соответственно, хаусы пользуются этим потенциалом. Хаусы, купив Корону, сделали просто инвестицию, опять же, в себя, да, то есть не факт, что Корона будет там развиваться так сильно и так глубоко, как V-Ray, будет так глубоко интегрироваться во многие продукты, потому что Корона изначально самими хаусами позиционируется как узкоспециальный софт, который они не будут развивать для киношников и так далее. То есть это, по сути, область в основном продакшена для архвиза, для рекламщиков, ну, такой вот определенная область. А все-таки сам V-Ray, он смотрит гораздо шире, и область применения V-Ray гораздо шире. Так, вопрос от Вакадема. Поддержка старых операционных систем вроде Windows 7 осталась, ну и старых 3D Max, хотя бы 2014. Ну, заявлено не было, что это не поддерживается. То есть никаких вообще проблем и вопросов с этим не было. Корона и V-Ray конвертеры от разработчиков хорошо бы были восприняты сообществом. Фактически они не нужны, потому что следующие билды предполагают рендеринг, взаиморендеринг короновских материалов и V-Ray-евских материалов друг в друге. То есть... как таковой конвертер уже не будет нужен. То есть ретрансляция короновских материалов и V-Ray-евских материалов будет происходить на лету без дополнительной конвертации. То есть это, опять же, задача ближайшего года, со слов Влада. Поэтому меньше всего сейчас будет конфликтов между Короной и V-Ray, именно когда короновские какие-то модели появляются в V-Ray-евской сцене. То есть... этот вопрос, он в стадии как бы решения, и на самом, по-моему, Влада у себя на YouTube-канале эту информацию, вернее, ролик размещал, когда в каких-то тестовых в бета-версиях рендерил короновские шейдеры. Вот тоже вещь замечательная, луты. Во фреймбуфере бы появились луты в версии 3.6. Но была основная проблема, и опять же, House Group тыкали хуями за то, что зачем они ввели луты, когда они не сохраняются вместе со сценой. Да, то есть вместе с отрендеренной картинкой. На что Влада сказал, мы, в принципе, у нас вообще не было в планах как бы этого делать. Нас попросили ввести луты гудинщики, по-моему. Ну, короче, кто занимается постпродакшном? Нюковцы, да, нюковцы. Попросили ввести луты, чтобы они просто видели, как картинка выглядит, будет выглядеть в постобработки. Чисто визуально подогнать световую, как бы, свет в сцене под тот лут, который уже будет использоваться в постобработке. Никаких планов сохранять, как бы, результат работы лута не было. Но в силу того, что все-таки архвизоры упоротые товарищи, и под давлением, скажем так, коллектива архвизоров, была сделана возможность сохранять луты. То есть это не то, что какой-то, знаете, как раньше на каких-то форумах проскакивало, вот они даже не могли сделать сохранение лута. Это просто не стояло самоцелью делать сохранение лута. Вот и все. И это реализовали в апдейте номер 1. Да, хороший вопрос задает мистер Шутишка. V-Ray будет со временем упрощаться в настройке? Все же есть проблема для начинающих, кто хочет вникнуть, но кажется сложнее, чем короной, поэтому переходят туда. Да, эту проблему разработчики осознают в силу того, что, как бы, много настроек, я, как бы, и говорю, что тянулось с прошлых билдов. Постоянно. И уже следующие билды, да, то есть V-Ray Next, он уже построен на оптимизацию пользовательского интерфейса. Мне пока сложно судить, потому что народной версии у меня нет, и я все больше и больше склоняюсь к выходу из тени. С появлением V-Ray Cluda тоже, кстати, интересная тема, к ней вернемся. В пользу лицензирования. Не хочу переходить на корону, поскольку она вроде как бы финансово дешевле. Все-таки хотелось бы остаться на V-Ray. И с появлением RTX карт и с развитием V-Ray, как бы, в этом направлении становится проще лицензироваться. Поэтому да, это было заявлено от самих разработчиков. V-Ray будут упрощать. Как это будет делаться, упрощать именно в плане настроек, как это будет делаться, я не знаю. Но на самом деле уже на текущий момент, в принципе, ничего крутить не надо. Мне вот недавно общался с одним из подписчиков паблика, у него была проблема, там какие-то пятна от джайки на решетчатом потолке, там такие рейки были, и пошли пятна. Проблема заключалась в том, что... Где? По старой своей привычке я, когда пересел на V-Ray 3.6, я тоже начинал крутить и, скажем так, возвращать старые настройки, к которым привык к версии 2.4. Но на самом деле объективно никакой надобности в этом нет. То есть вот дефолтная составляющая именно настроек джайки, ну там Brute Force, либо Irradiance Map. Вообще вот... Объективно я по своей, как бы, ну в силу того, что V-Ray как 5 пальцев уже знаю, я включаю эксперт режим. Для новичков однозначно могу сказать, вообще ничего не трогайте, ребят. Вот не надо трогать, все работает по дефолту. Опция Retrace как раз таки, она в версии 2.4 тормознуто работала и приводила к долгому расчету. Сейчас при такой связке Irradiance Map плюс Light Cache разница во времени, я сейчас открою фреймбуфер, может быть у меня даже... А, нет, я удалил. Удалил History. Да, History удалил. Я как раз просто тестил на одном из проектов включение-выключение вот этой опции Retrace, которая позволяет избежать артефактов, связанных с пятнами джайнами и качественным просчетом углов. Разница по времени буквально там 15 секунд, это, скажем так, погрешность на ветер. А так вот, на самом деле, для новичков могу сказать, все работает по дефолту, ничего не трогайте, и будет вам счастье. Есть одна проблема, просто обычно интерьеры проблемные, это с вуалькой. Не все умеют настраивать вуаль и освещение сцены. То есть, в принципе, не умеют настраивать освещение сцены, поэтому с этим возникают проблемы. Корона эти проблемы решает в силу того, что у нее всего лишь один движок, да, то есть это по факту это Brute Force на первичке, по-другому назван, формально это Brute Force. И также Light Cache, он там назван как-то под HD Cache или как он там назван. То есть по сути корона собой представляет вот такую вот хрень. И используя вот эту связку в V-Ray, мы и настроив правильно антиальяс, к нему еще вернемся, можно получить те же самые результаты именно по скорости и по качеству в короне. Просто свет настраивать нужно уметь, вот и все. Надеюсь, на вопрос ответил. Так, едем дальше. Ну и тут показано, как это все сохраняется. Все, ролик закрываем. Это вот основной, скажем так, базис вот этих нововведений от Virea. На этом первая именно вступительная сессия была закончена, и подключился товарищ из NVIDIA. Сейчас я открою картинку, который начал пиарить архитектуру Тьюринг и рассказывать, какая она замечательная, какая она офигенная. И основной бонус этой архитектуры, что наконец-то можно реально, скажем, real true рендеринг, да, то есть рендерить в реальном времени. И именно с этим принципиальным скачком, качественным скачком, скажем так, этой архитектуры Тьюринг связан старт проекта от House Group Лавина. К Лавине мы вернемся чуть позже и поговорим об этом проекте. Как раз таки вот эти карты с Тьюринг архитектурой, с пометкой RTX, за ними сейчас будущее. Они уперлись в разработку, именно оптимизацию. Сейчас на текущий момент Virea поддерживает не все возможности этой архитектуры, но уже на текущий момент прирост по скорости очень ощутимый и значительный. Потом задавали вопросы, то есть вот выходит именно линейка профессиональных карт квадры RTX 8, RTX 6, 5 и GV 100, нет, 4000 там еще было, здесь нету. Ну и вот ориентировочная цена 150 тысяч рублей. Я могу сказать, что если заниматься профессионально, да, то есть если планируется вот как раз к вопросу о видеокартах, стоит их покупать, не стоит покупать. Я думаю, что да, стоит, и можно там копить деньги, копить средства в силу того, что апгрейд видеокарты обходится дешевле и проще, нежели чем апгрейд процессора. Почему? Выход нового процессора, как правило, связан со сменой сокета. Смена сокета – это смена материнки. Смена материнки – это смена там еще 5-го, 10-го и так далее. То есть идет полностью перетряхивание всего железа. Апгрейд видеокарты проходит по щелчку. Мы просто меняем одну карту на другую, устанавливаем драйвера и дальше идем на рендер. Проблема, связанная с малым количеством оперативной памяти, решается следующими моментами. Да, то есть вот эта линейка квадр. Был задан вопрос, какую квадру брать, если рассматривать вопрос рендеринга на начальном уровне. Сам докладчик посоветовал, если вы, грубо говоря, рендерите на коленке, то есть вы фрилансер, то можно ориентироваться на сегмент квадра RTX 5000 как вариант. Если бюджет позволяет, можно взять две RTX 5000 и соединить это все мостом NVLink. Мост NVLink – это отдельная разработка NVIDIA, и опять же Virea эту разработку полноценно поддерживает. Эта разработка дает возможность, это не слай, это другой немножко момент, это объединяет, этот мостик объединяет две видеокарты, и оперативная память двух видеокарт суммируется. То есть, имея две видеокарты с оперативной памятью 16 гигабайт, мы можем получить 32 гигабайта оперативной памяти высокоскоростной на видеокарте. И V-Ray это скушает, V-Ray это увидит, и V-Ray будет на этом рендерить. Но не обязательно на самом деле ориентироваться на такую дорогую линейку, именно квад, потому что квады раньше позиционировались как продукт для 3D Max, они там ускоряли viewport и так далее. Сейчас с этим очень хорошо справляются игровые видеокарты, поэтому можно посмотреть и на хай линейку вот таких вот видеокарт GeForce RTX 2080 Ti. Но на архитектуре Turing, да, то есть это важно, потому что она принципиально переделана, и она уже заточена именно под реал-тайм рендеринг, то есть там все очень круто на самом деле. Вот, такое решение более бюджетное, и в качестве доказательства, ну как доказательства, то есть вот это решение Томас Визолмирский, черт ногу сломит от фамилии этих болгар. В общем, это руководитель студии Dabarty. Они являются хорошими друзьями House Group, вернее, непосредственно V-Ray. И все движки, все свои разработки они ведут чисто на GPU рендере. И здесь идет обвязка двух видеокарт. Ой, вру, обвязка 4 видеокарт через мост NVIDIA NVLink. То есть, и, соответственно, прирост очень большой. И вся эта схема очень и очень хорошо работает. То есть, вот как это получается. То есть, получается, через NVLink можно объединить две видеокарты. Вот. Нет, я не углублялся в математику и именно в технические эти моменты. По-моему, нельзя создать объединение 4 карт именно по технологии NVLink. Поэтому здесь можно собрать, то есть взять для своего пользования, если рассматривать как бы перспективность вообще вложения в ГПУ, можно взять две хорошие видеокарты с достаточным объемом оперативной памяти, то есть 16 гигабайт на карту. Это нормально, это очень хорошо, потому что я работаю на ГПУ, на ЦПУ, у меня стоит 32 гигабайта оперативной памяти. В принципе, не испытывал проблем вообще со сложными сценами. Ну и плюс вопрос оптимизации. Можно использовать прокси, и GPU рендер сам подразумевает некоторые моменты в оптимизации. Поэтому, отвечая на вопрос шутишки, сейчас я чатик перемотаю. Так, где он там вопрос был? Что по поводу RTX карт, стоит приобретать или ждать нового поколения? Да, можно приобретать текущую модель. И этот вопрос, аналогичный вопрос был задан выступающему. Сейчас фамилию не скажу или скажу, секунду. Дмитрий Конягин, да, официальный представитель NVIDIA в России. Он сказал, что да, можно вложить деньги уже в RTX и вам обеспечено как минимум 2-3 года комфортной работы. Но при этом надо понимать, что эти деньги очень быстро отобьются на GPU рендеринге, это раз, потому что скорость рендера у вас возрастет. И второй момент, апгрейд для вас будет очень комфортным, то есть фактически вам нужно будет там за 3 года, откладывая один раз в месяц определенную сумму, ложить ее на депозит, там, не знаю, покупать доллары, биткоины, ну, для кого что является активом. И через 2 года вы можете произвести комфортный апгрейд, сменив одну линейку видеокарт на другую линейку видеокарт. Что по поводу скорости нового V-Ray, будет он ускоряться или оптимизироваться для слабых и старых систем, или больше оптимизация стоит ждать для нового железа? Ну, ребят, на самом деле надо уже отходить от этой темы, как оптимизация для слабого железа, для старого железа, старых систем и так далее. То есть нет, оптимизировать уже нечего. То есть в плане CPU рендеринга все достигли потолка. И когда вот этот, опять же, сёр шел между короновцами там и вирейщиками, кто что круче, кто что быстрее, объективно при грамотном использовании одного движка и другого движка одна и та же сцена с одним и тем же качеством у вас отрендерится за одно и то же время на одном и том же процессоре. Вот как пить дам. Мне бы хотелось провести какой-то баттл, связанный именно вот с этой темой, чтобы доказать несостоятельность доводов коронавтов и вирейщиков, что там кто-то быстрее, кто-то медленнее. При одинаковых условиях качества рендер будет плюс-минус детали, естественно, одинаково качествен в обоих рендер-системах, потому что CPU рендеринг на потолке. И никого на самом деле уже не волнуют старые системы, старые компьютеры, старые машины, что там с ними происходит. Мы движемся вперед, и поэтому надо каждый раз, да, если опять же вы пришли в архвиз или в CG-индустрию, неважно, связано это с архвизами или с чем-то, вы должны понимать, что оборудование изнашивается, оборудование устаревает, и вы, получая каждый раз гонорар от своего клиента, вы должны откладывать определенный процент, там каждый решает сам для себя, 5, 10 это или 15% на апгрейд. Однозначно. То есть не стоит, рассчитывая, как бы, там, купив один раз, вложившись в эту, в какую-то определенную конфигурацию, купить и потом ехать на этом там, несколько лет. Там. Ну, 5 лет на самом деле это нормально для любой рендер-системы, собранной там, в один и тот же момент. Так, как быть, что с распределенным сетевым рендером? Осталось все то же самое? Да, осталось все то же самое. Там есть разработка V-Ray Swank, по-моему, называется. Сейчас, секунду, найду это в хелпе. Если это есть. Короче, это сторонняя разработка, имеющая отдельную лицензию. Я так бегло, это даже не в рамках сегодняшнего стрима, бегло на эту приблуду взглянул. То есть это отдельный софт устанавливается, то есть, который даже позволяет не устанавливать V-Ray на удаленные машины в сети. То есть достаточно поставить вот этот V-Ray Swank, если я не ошибаюсь в написании, посмотрите потом. А, Swarm, все верно, спасибо CG Point. То есть он позволяет рендерить таким вот образом, да, то есть это отдельный продукт, отдельно лицензируется, но при этом как бы не обязывает устанавливать V-Ray на такие машины. Это вот бегло я посмотрел, мог что-то соврать, поэтому не судите строго. Так, и вопрос также от Шутишки. А не кажется, что лучше за эти деньги купить карты на Паскале, ну, например, парочку с 1080 Ti, реально сейчас за такие деньги RTX невыгодно? Выгодно, объясню почему. Потому что дальше все разработки V-Ray, ну, мы сейчас говорим про V-Ray, да, то есть, и дальше все, они потому что очень плотно сотрудничают с NVIDIA, и дальше все разработки будут вестись под именно специфическую архитектуру Паскаля, под RTX. И, соответственно, следующий апдейт, там 1, 2 или 3, будет связан с тем, что будет произведен качественный рывок по скорости рендеринга именно на этой архитектуре. И архитектура Паскаль, она, естественно, будет справляться, это не вопрос. То есть тут вы решаете самостоятельно, да, то есть я не могу ничто навязывать, я просто сегодня, да, на текущем стриме просто ретранслятор того, что я увидел, услышал и при подготовке какие-то эти все вещи суммировал только и всего. То есть, а себестоимость, да, сейчас на самом деле 1080 Ti привлекательно по цене в силу того, что майнеры обосрались, да, и еще полгода, да, биткоин сколько уже там, и эфириум сползли с $200 до 90, и я думаю, что тренд вниз будет продолжаться, и самые нервные майнеры уже избавились от части оборудования, и теперь можно еще через полгода такой динамики, я думаю, что она сохранится, можно будет подбирать на Авито и других сервисах бэушные TI-ки. Рисковое, конечно, мероприятие, но все же. И объединять их, опять же, по NVLink портам в слоты и иметь какой-то определенный профит. Но это уже бесперспективно. Во-первых, карточка поюзанная. Во-вторых, все-таки V-Ray движется в сторону развития как бы привязки к новым технологиям. То есть, да, естественно, никто не отказывается от старой поддержки. И если вы официальный юзер, вы там можете на что-то рассчитывать. Если вы крупная компания и официальный юзер, то вам еще, может быть, даже и допишут какой-то апгрейд к вашей версии V-Ray. Не исключено, потому что именно так они работают. Это то же самое, что для 3D Max, да, то есть то, что мы качаем там на торрентах какие-то апдейты, это все на самом деле цветочки. Официальные пользователи, крупные официальные пользователи имеют возможность написать непосредственно саппорт, если какая-то там влезла проблема и так далее. И саппорт может вас поддержать путем выпуска той или иной заплатки к тому или иному багу, который не будет официально нигде фигурировать в целом. Да. Двигаемся дальше. ГПУ Юниверс. Следующая была лекция, да, то есть раз они так логично выстроили, то есть сперва прошла лекция именно по NVIDIA RTX, и я уже по сути рассказал большинство, да, то есть да, V-Ray сейчас неполноценно, но уже поддерживает RTX, переход между GPU и CPU режимами происходит гладко, именно в GPU версии Next. Оптимизация под ГПУ. Ну, я не могу, опять же, продемонстрировать. Так, рендер ГПУ. То есть они, в принципе, отказались от формулировки RT, Real Trace, сокращенно. То есть сейчас просто V-Ray GPU Next. V-Ray RT есть одно средство оптимизации на текущий момент. Это, где он? Да, вот Tiled Texture, то есть позволяет работать с текстурами. Где-то еще было средство оптимизации. А, секунду, мне надо GPU включить. Так, пока тут у меня что-то грузится. Мне кажется, на той конференции NVIDIA явно имела свой интерес, ну, например, для продвижения своих новых RTX, которые, говорят, не шибко уж хорошо продаются. Потому и начинаются все время сотрудничать. Нет, это не так. House Group давно сотрудничает с NVIDIA, и им в первую очередь высылаются тестовые образцы, когда уже как бы запущено серийное производство, как конечным потребителям. То есть вся архитектура там паскалевская, когда появлялись новинки, также House Group была выслана. И такая же история. Они буквально вот-вот-вот, когда старт продаж начался, я не помню, но вот буквально вопрос там 3-4 месяцев назад они получили RTX, и был переписан, вот именно добавлен апдейт, который начинал читать RTX, именно брать все плюшки. Но в этом предположении мистера Шутишки есть на самом деле доля правды. Это связано с тем, что да, NVIDIA раскатали губу на майнинг. Это все связано там с другой историей, да, с историей майнинга. То есть они рассчитывали на майнеров и на спрос, и на рост, и так далее. И, соответственно, Сейчас они действительно прикурили с падением спроса на ГПУ у майнеров и, соответственно, ищут другие возможности реализации. Вполне возможно, что будут цены и снижаться на ГПУ процессоры. Так, Денис Павелев. Я слышал, что они ненадежны и горят. Я такого не слышал. Я, в принципе, последние полгода очень сильно отвлекся от технологий, от новинок. И на самом деле RTX, да, технология RTX, так вот, не совру, скажу честно, я про нее услышал за день до CG-эвента. То есть я просто пролистал какой-то материал, посмотрел, что там такое и так далее. То есть действительно не следил, поэтому даже не могу подтвердить или опровергнуть эту тему. Вот, в целом про ГПУ рендеринг. Вот, бакет режим появился, что удобственно. Оптимизация. Так, оптимизация. В CUDA режиме позволяет еще подключить гибридный рендеринг. Прирост скорости не большой от гибридного рендеринга, но все же, да. И вот средства оптимизации — это возможность либо ресайзить текстуры, либо on-demand, использовать опцию on-demand mipmapped текстуры. То есть что это дает? Данная опция дает следующие моменты. Ну, вы знаете, кто следит, кто в курсе, да, то есть основной момент это в том, что если здесь на ближнем плане текстуры имеет смысл загружать, и это все происходит на лету, происходит все на лету, то есть здесь загружается текстура с большим разрешением, то уже в дальних уголках сцены, где детализация не так важна, текстуры загружаются с меньшим разрешением, за счет чего происходит очень быстрое, вернее, сбился. За счет чего происходит оптимизация на лету, и расход памяти существенно сокращается. Но это все полумеры на самом деле, да, то есть для серьезных проектов это все равно не выход. И как я уже говорил в самом начале, со слов Влада, идет разработка именно такой технологии программной, чтобы рендеринг, расчет именно ретрейса шел. Пафтрейса шел за счет ГПУ, но при этом вся сцена, все текстуры болтались в оперативной памяти, управляемой ЦПУ. Пока такой технологии даже у Redshift нет. Вот. Вакадем задает, а получить диплом сертифицированного специалиста Chaos Group можно ли, не покупая лицензию? Да, конечно, можно. Я не видел никаких специальных условий, то есть у меня было желание, но мое желание не совпало с моими возможностями, как я уже говорил на одном стриме. Я хотел получить сертификат официального коуча от Chaos Group, сгонять в Софию в этом ноябре. Но, как говорится, хочешь насмешить Бога, поделись с Ним своими планами. Не получилось. Я думаю, что Вере Академия продолжит свое существование, и, может быть, в 2019 году у меня все-таки удастся сертифицироваться как официальный коуч. Там оказываются всякие различные преференции, вплоть до достаточно хорошего дисконта именно для преподавательского состава, да, для преподавания. То есть, если вы получаете статус сертифицированного коуча, то вам предполагает, это надо смотреть на официальном сайте, там у них все расценки есть, то есть с большим дисконтом можно из большое количество именно версий можно получить, именно занимаясь преподавательской деятельностью. Не знаю насчет какие-то там ограничения, не накладываются, не накладываются, но если вас спалят, что вы там используете это как-то не по-хорошему, то я думаю, что решат и аккредитации, и прочей всяческой поддержки, несут черный список, а потом вы попадете в ад, и там вы будете рендерить на короне. Как-то так. Что еще касается? Ну и вот уже надо все равно смотреть в будущее. То есть я думаю, что копить, мне придется копить деньги на именно ГПУ машину. И это будет всего лишь одна машина, чтобы все было в одной, скажем так, коробке. И это будет дешевле с точки зрения использования лицензионного софта и дешевле с точки зрения последующего апгрейда. То есть лично мое, да, мои планы, мои, скажем так, задумки, это именно один компьютер. На текущий момент у меня ферма из 17 компьютеров. Но по этой причине я и не лицензируюсь, потому что я просто-напросто разорюсь. Вот. И с развитием именно ГПУ технологий я вижу в этом очень большой профит, потому что я могу поставить 4, да, скажем так, ГПУ устройства в одну коробку, иметь одну лицензию V-Ray, даже, быть может, я и лицензируюсь на 3D Max, и это будет очень комфортная работа, потому что я буду сразу получать все новинки, я буду получать какие-то бетки и прочие преференции. То есть понятно, что, допустим, новичку это неподъемно вещь, но я рекомендую как бы всем, кто начинает там или так далее, смотреть в этом направлении, потому что это действительно перспективно. Я говорю именно про ГПУ рендеринг. Так, дальше что у меня там по списку? V-Ray for Unreal. Что я видел на этой лекции? Что там было? Особо неинтересно. Там был какой-то интерьерчик. Смысл на самом деле любых реалтаймовских движков, да, то есть и движков, связанных с VR, то есть виртуальной реальностью, и косвенно, да, то есть я сейчас более широко на эту тему отвечу, именно Unreal и виртуальная реальность, и все V-Ray. Я посмотрел, вернее, прослушал лекцию второго дня, она называлась, сейчас, секунду, где у меня тут программка? Она называлась... Где? Многоплатформенный архвиз на Unreal Engine. Долго запрягаем, быстро едем. И там пояснение: очень быстро едем. На самом деле лекция была бестолковая. В силу того, что первая половина лекции, я не понял вообще, о чем хотел сказать чувак. Он сказал: ну вот мы сделали дом, нам он достался там из Архикада, мы там его долго оптимизировали, 5-10, вот получилась такая фигня. Теперь мы можем сделать из этого VR, мы можем сделать как бы бродилку, можем сделать просто панорамные вещи. Ну я как бы про себя подумал: окей, хорошо. А что дальше-то? Какие мы будем из этого делать выводы? То есть непонятно, да? То есть и все это подавалось типа: я вижу в этом коммерческий потенциал. Чувак, так это и без тебя на самом деле было понятно, что у VR есть определенный коммерческий потенциал. Но что ты хотел в своей лекции-то рассказать? Как ты это сделал? Так это каждый может по ютубчику научиться, как это делать. Вот. А вторая часть обзора... Был так, Сергей Мовчан, если я не путаю имена, 3D-генералист, кинопостпродакшн, с Первого канала, короче, чувак. Он рассказывал, естественно, не то, что делать на Первом канале, а то, что делал в свободное время. А в свободное время он мыторствовал с Unreal Engine движком, боролся с его встроенной рендер-системой. То есть здесь к V-Ray никакого отношения не имело. Мне это было интересно с точки зрения посмотреть архвиза и возможности как бы с какого-то своего собственного личного апгрейда в этом направлении. И товарищ рассказал о своих как бы проблемах. А проблема основная была в том, что родной движок Unreal Engine очень хреново рендерит глобальное освещение. Да? То есть запекание глобального освещения шло с большими проблемами. Рендеринг шел, во-первых, на CPU и так далее. И впоследствии, я сейчас попробую найти фото слайдов. Так, не то. И впоследствии ему удалось, да, Вот. Впоследствии ему удалось найти на форуме какого-то китайского кодописца, который в открытый доступ выложил ГПУ решение рендер-движка для Unreal. И, соответственно, качество, опять же, возвращаясь к вопросу ГПУ, да, то есть все идет в сторону ГПУ однозначно. То есть от ЦПУ мы, да, наша индустрия будет отходить. Это уже факт, это уже данность. Поэтому даже здесь в Unreal движке какой-то китаец написал код, который как бы компилировал GPU просчеты стандартного движка Lightmass у Unreal Engine. Соответственно, был выслан десант, опять это такая интересная история, был выслан десант в Китай, ну, условно десант, понятно, что было написано письмо с приглашением его непосредственно к работе над GPU-движком, официально уже в Unreal Engine. Вот такая вот красивая история. То есть, кто будет, опять же, мыторствовать с Unreal Engine, то имейте в виду, поройтесь на форумах и ищите по запросу GPU Lightmass, ищите решение. То есть, это на текущий момент открытый код, его можно будет интегрировать в вашу работу. Так, что было еще интересно из этого всего? Вот, было интересно, опять же, кто интересуется реалтаймом и Unreal. Вот, ищите по этому запросу Unreal Quiz Video Tutorial. Очень хорошие лекции. Со слов, опять же, докладчика, я сам не интересовался. Очень хорошие туторы по работе именно с архвизом в Unreal. То есть, вот такие вещи. Потом говорилось в лекции про два варианта экспорта из 3D Max или из 3D Max скрипта, которые конвертируют все и вся для Unreal и так далее и тому подобное. Но опять же, возвращаясь к V-Ray, официальные пользователи, я сейчас могу немножко проврать, я потому что эту тему не курил, но V-Ray можно сразу экспортировать сцену в формате V-Ray сцен, по-моему, и ее же открыть уже в Unreal Engine. V-Ray поддерживается Unreal Engine внедрился в Unreal Engine не так давно, но в нем уже поддерживаются многие шейдеры самого Unreal. Многие шейдеры поддерживаются и V-Ray-евские, с небольшими исключениями, да, то есть именно Unreal Engine, V-Ray в Unreal Engine не поддерживает сложные блендовские материалы, и вообще в целом, да, вся тема связана с VR и с реалтаймом и с реалтрейсингом, вертится вокруг оптимизации. Оптимизация заключается в первом. Все шейдеры должны быть максимально простыми. Это факт, да, то есть, когда вот это улюлюканье, ой, мы скоро сейчас весь архвиз будем пилить на реалтайме, будем крутить крутилки и так далее и тому подобное. Нет, ребят, это все не так пока радужно, потому что много проблем, опять же, связанных с нехваткой оперативной памяти, во-вторых, сложные материалы. Почему я, допустим, своих, да, студентов первого и второго потока подводил к мысли: не нагружайте материалы, да, если вы планируете куда-то модель потом продавать. Был отдельно даже у меня стрим, посвященный оптимизации работы со стоками 3D. Если вы хотите, чтобы ваша модель, ваш контент был кроссплатформенным, чтобы его можно было открывать во всех софтах, задумайтесь над PBR настройками раз и над оптимизацией, это два. То есть это очень важный момент, потому что сложные материалы, сложно накрученные материалы не поддерживаются ни одним движком при кроссплатформенных вот этих передвижениях. Поэтому имейте в виду, оптимизация геометрии, оптимизация шейдеров, то есть все, опять же, упирается только непосредственно в объемы видеопамяти. Так, теперь отвечу на вопросы. А что насчет виртуальной дополненной реальности? На ее развитие не стоит надеяться? Тема затухла или все-таки есть планы у разработчиков? Архивист в будущем будет развиваться в эту сторону? Ну, я частично ответил на этот вопрос. Архивист будет развиваться в любом направлении, но, допустим, все равно не надо путать продакшн рендер и все-таки виртуальную реальность, потому что продакшн рендер предполагает собой вдумчивый серьезный рендеринг со сложными шейдерами, со сложными эффектами, а все-таки виртуальная реальность — это больше фан, то есть это развлечение, индустрия развлечений имеется в виду, это индустрия презентаций, где не предполагается сложная вау-картинка, да, но предполагается некая интерактивность. То есть это своя отдельная область. Нельзя, допустим, архвиз, как отдельный элемент всей CG-индустрии, привязать к определенному виду рендеринга. Либо это реал-тайм рендеринг, либо это продакшн рендеринг финальный, да. То есть это две индустрии, они будут развиваться параллельно. Но если, допустим, из реал-тайм рендеринга мы можем перепрыгнуть в продакшн и отрендерить хай-энд картинку, то из продакшн рендеринга очень проблемно перепрыгнуть в реал-тайм рендеринг, потому что потребуются определенные навыки по оптимизации и по оптимизации самой геометрии, да, по оптимизации разверток, по оптимизации шейдера, да, то есть вот еще момент, который я упустил, что для корректной работы все-таки необходимы, чтобы вся геометрия имела развертки, имела текстурные координаты. Какие-то процедурные решения, опять же, не поддерживаются, да, то есть те шейдеры в V-Ray, допустим, которые мы использовали, процедурный там noise, процедурные специфические карты непосредственно в самом 3D Max, это все не работает. Поэтому, да, если вы там планируете какой-то проект и потом хотите его перевести в реал-тайм на Unreal движок, вы изначально должны работать в этом направлении, в направлении оптимизации и упрощения многих вещей. То есть все достаточно условно и не так еще пока радужно, не будет такой легкого перепрыгивания. Сегодня я в продакшн рендере, сегодня я в реал-тайм рендере. То есть нет, это не бывает так. Поэтому да, стоит развиваться, стоит эту тему курить, кому это интересно, именно VR и так далее. Про VR еще поговорим именно в контексте проекта Лавина у VR-щиков. Так, Денис Павелев. Нужно, чтобы V-Ray как Adobe по ежемесячной подписке работала. V-Ray работает по ежемесячной подписке, но стоимость этой подписки неподъемная. Сейчас я попробую найти. Вернее, не то чтобы неподъемная. А она не оправдывается. Так, блин, я не могу найти стоимость. Она что-то порядка 5000 в месяц. То есть не проблема, там 5 или 6 тысяч. Я могу сейчас соврать на самом деле. Но если, стоимость подписки — это такой среднестатистический кредит на самом деле. И я считал, что выгоднее на самом деле не ежемесячную подписку брать, а годовую подписку. Это будет оправдано. Там, по-моему, 30 тысяч год стоит V-Ray. И это нормально на самом деле получается. Либо брать... Но это если рассматривать в контексте одной локальной машины. Либо брать... бессрочную лицензию, 80 тысяч стоит, но бессрочная лицензия — это тоже как бы такой вариант сомнительный в силу того, что, допустим, пройдет 2 года и выпустится новый продукт, и придется перескакивать уже с доплатой. Ну, то есть это, в принципе, все решаемо, то есть кому как удобно. Но я посчитал, что выгодней, на мой взгляд, поработать, даже если в тех же эквивалент приводить, да, подписка на год 30 тысяч, бессрочная лицензия 80 тысяч. Если округлить там 80 с чем-то, ну, округлить до 90 тысяч, да, то есть На 90 тысяч я могу пользоваться Вереем 3 года. Бессрочной лицензией я могу пользоваться до того момента, вернее, я могу им бесконечно пользоваться, но выйдет новый Верей, который будет круче, лучше, быстрее, и мне придется доплачивать какую-то сумму, чтобы проапгрейдиться. Какая-то сумма будет неизвестна, да, то есть это определенный кот в мешке. В то же время ежегодная лицензия позволяет мне получать этот продукт с каждыми обновлениями и не париться, что через 1,5 года выйдет новый продукт, который будет другим. У меня лицензия, у меня все оплачено, то есть я просто мягко перехожу на новый продукт. То есть это нормально и это удобно. Мне кажется, как бы годовая лицензия очень удобна и выгодна в контексте того, что будет выгодно. Так, как Влад относится к российскому рынку, или он больше за Европу и китайцев рубит? Не знаю, как он относится к китайскому рынку. При личной встрече он мне показался очень дружелюбным и доброжелательным. Он хорошо понимает по-русски, но плохо на нем говорит. Общались мы через переводчика в силу того, что я хорошо понимаю по-английски, но у меня проблемы с устной речью. Мне сложно сформулировать быстро и понятно вопрос на английском языке. У меня развит очень хорошо печатный английский, и поэтому после посещения CGEvent я пришел к выводу, что мне надо развиваться в этом направлении тоже, чтобы иметь возможность более комфортно общаться с представителями этой индустрии, потому что мне стало интересно, есть в планах поездить еще куда-нибудь, но для этого нужно выучить английский. Мистер Шутишка, вообще стоит, наверное, учить Unreal, за ним явно будущее, CG, ну и карты вообще новые закупать. Да, Unreal Engine, да, в принципе, незачем на самом деле учить Unreal Engine, в силу того, что если вы работаете в 3ds Max, у вас должен быть определенный to-do list, что можно делать, что нельзя. Я имею в виду, что подойдет к Unreal, что не подойдет. И просто-напросто сцена перекидывается в Unreal, и там уже можно производить дополнительные манипуляции, связанные как бы с настройкой там камеры, передвижения и прочего интерактива. А инструмент V-Ray Bake, да, то есть инструмент, который позволяет запекать глобалку, запекать 5-е и 10-е, то есть не используя встроенный движок Unreal, а именно V-Ray'овский движок, позволяет очень качественную получить картинку. Я специально не стал искать, вы можете дополнительно забить на YouTube и посмотреть демо-ролик V-Ray для Unreal, то есть там ничего принципиально не поменялось, то есть они сейчас на самом деле работают над более плотной интеграцией. То есть, по сути-то, что нужно, да, то есть Unreal это позволяет сделать какие-то интерактивные презентации, у них там есть свой блюпринт инструмент, который позволяет наделать какой-то интерактив. А V-Ray, он просто внедрил свой рендер-движок, который более качественный, более скоростной, нежели чем Lightmass у Unreal Engine. И все, то есть он ничего там принципиально прикольного не вносит, да, то есть вот это просто инструмент, который решает те же самые задачи, что решал Unreal со своим рендер-движком, но более комфортно, более грамотно. Не то, что грамотно, а имеется в виду, более хорошие результаты дает. И все, и не более того, то есть и они сейчас занимаются только интеграцией, развитием и уплотнением возможностей V-Ray в Unreal. Так, привет, Влад, Вячеслав, так, Итхил, 60 рублей, так, вопрос от Вакадема. Еще вопрос, о каких-то печатных изданиях потомкости V-Ray не было речи на фесте, ну типа расширенного мануала для студентов. Так, мне надо как-то чат, короче, раскрыть побольше, чтобы... А, вот все. О каких-то печатных изданиях по тонкостях V-Ray не было речи на фесте, ну типа расширенного мануала для студентов. Официальных никаких заявок не поступало. Я при встрече с... так, как его зовут сейчас? Я его найду, этого товарища. Так. Вот этот человек по имени Петр Матанов... был докладчиком по различным технологическим моментам, связанных в V-Ray, и с ним как бы больше всего ему было задано технических вопросов. Так, я сбился, что хотел. И вот ему задали вопрос интересный такой из зала. Ну, как интересный, я понял, что все очень плохо на самом деле у V-Ray с точки зрения именно мануальной части. Я понимаю, откуда ноги растут у Вакадема у этого вопроса. Вопрос задал человек, который вообще к V-Ray имеет, и к Архвизу в частности, имеет посредственное отношение. У них лицензионный был V-Ray 2.4, да, и они, часть машин у них на этом V-Ray, они купили для конторы еще V-Ray Next. И здесь началась сложность. Они настраивали антиэльясинг, может кто помнит, в версии V-Ray 2.4, Adaptive Subdivision антиэльясинг. И у них возникла проблема, что в новом V-Ray этого антиалиасинга нет. И как настраивать по-нормальному новый V-Ray, чтобы получить то качество картинки. А у них вся проблема заключалась в том, что у них какая-то там вагонка, они для мобильных игр рендерили фоны, там еще что-то, я не знаю, так не вникал, потом с человечком с этим переговорил отдельно. И у них возникал вопрос, что вот прямые линии, которые там в перспективу уходят, начинают дробиться, мельчиться. То есть у них не получалось на самом деле настроить антиальяс. Ну и соответственно у V-Rayщиков, да, именно у мануала с этим реально проблемы. Вот далеко за примером ходить не надо. Вот посмотрите, как объясняется антиальясик, адаптивный сэмплер в V-Ray. Ну, это, извиняюсь за мой французский, полный пиздец. Да? Я, как человек, съевший собаку по различным геморрою, связанных с V-Ray в свое время, да, мне он непонятно, я не хочу это даже переводить, я бегло просмотрел. Очень тяжело вникать в понимание того, как и что работает. Сама формулировка антиальяса... Так, где сейчас переключимся... В самом диалоговом меню V-Ray тоже оставляет желать лучшего. То есть вот по шейдинг-рейту, ну, эта опция контролирует что-то там, это, то-то. Очень много текста и очень сложно вникнуть ему. И я товарищу Петру, почему-то Мамонтовым его хочу назвать, Матанову как бы объяснился, говорю, ребят, у вас здоровский продукт, мне очень нравится, я фанат там 5-10, но ваш мануал это просто могила, сделайте что-то с мануалом, потому что на самом деле с антиальясом мне помогла разобраться корона. Вот в короне есть вот эта опция Sampling Balance, GI, VIAS, AA, то есть антиальянс баланс. У них стоит 16. И очень простая формулировка, которая всплывает. Большие значения делают глобальную иллюминацию, глобальное освещение и светильник, шум от света чистым и быстрым. Маленькие значения делают хороший антиальяс, motion blur, глубину резкости и 5-10, как бы, то есть очень просто сформулировано. И мне тогда стало понятно, на самом деле, формулировка минимум шейдинг рейта. Это то же самое, да, и как вот появились, кто, опять же, следит за стримами в курсе, как появились настройки, которые я назвал Corona Settings. Они как раз появились именно из-за того, что мне помогла Corona лучше понять, что такое шейдинг рейт у V-Ray. Парадокс. И в V-Ray короновские настройки будут выглядеть, да, то есть короновский принцип настроек будет выглядеть примерно так. То есть минимум шейдинг рейт 16, здесь просто задирается на максимум 10 тысяч и все. Ну, image фильтр можно отключить. Глобальное освещение оставляется по дефолту именно брутик, брутфорс и light cache. Все, можно ничего не трогать, это будет дефолтное. И все, и запускаем на рендер. То есть по факту, да, как я говорил, даже версия V-Ray 3.6, именно если его знать хорошо, не требует никаких-то дополнительных крутилок, да, то есть и для новичков, либо для коронистов легкий переход на V-Ray возможен именно с такими настройками, то есть выставив 16, выставив прогрессив рендеринг, вот. И уже работая с такими понятиями, да, ограничителями по качеству и по времени, то есть и все. То есть выставляем нужный noise trash, либо нужное время и нажимаем кнопку render. То есть по сути сделать красиво кнопка уже существует. Вот. И отдельно по мануалу, да, то есть мы начали с мануала. То есть, не знаю, будут они перерабатываться, но откровенно, мне кажется, здесь большой маркетинговый провал у верейщиков, и они просрали именно много пользователей из-за того, что они сделали очень резкий переход от короны 2, ой, от V-Ray 2.4 к V-Ray 3.6. Там просто пропасть именно в понимании, как дальше быть, как дальше настраивать. То есть, знакомые коллеги, тоже упоротые V-Rayщики, ну то есть, скажем так, пенсионеры архвиза, некоторые из них перескочили на корону в силу того, что они просто не поняли, что делать с V-Ray 3.6. И это была проблема на самом деле не их, а это была проблема House Group, потому что они не удосужились сделать грамотный мануал к новому V-Ray и объяснить, что можно делать, что нельзя делать. То есть не было такого-то глубокого погружения. Вячеслав спрашивает, Ray 128 в прогрессиве, что означает? Это размер пакета, который будет пересылаться от процессора, поступать в процессор и возвращаться на, как бы с вычисленной информацией на ваш экран. То есть я это говорил в одном из стримах, то есть по сути при рендеринге на одной локальной машине уменьшая число Ray Bundle Size, мы увеличиваем скорость отклика, то есть картинка обновляться будет быстрее. Вот. При дистрибутивном рендеринге это число имеет смысл сделать побольше, то есть поставить. Ну, я вот в результате экспериментов понял, что больше 1024 не имеет смысла, это размер там в мегабайтах, я не знаю, в каких это попугаях меряется. То есть здесь опять же как бы хаусы не удосужились объяснить вот эти вот попугайные цифры, да. Это идет как средство оптимизации при сетевом рендеринге, чтобы сеть не падала, сеть не загружалась пересылаемыми пакетами именно при прогрессив рендеринге, то сперва на одной локальной машине удаленной копится определенный запас вот этих пассов, и потом они чохом, то есть я наблюдал, допустим, рендер, грубо говоря, так подвисает, там на 3-4 пассов ведущей машины, а потом сразу там по 5-6 идет, то есть, грубо говоря, проходит минута, и через минуту приходят несколько пакетов, в которых содержится уже несколько там пассов. И у меня, грубо говоря, с 3 пассов сразу скачок идет там на 33 пасса. Вот как-то так это выглядит. Это просто для разгрузки сети служит. Так. А когда будет стрим, я у мамы фрилансер, задает мистер Шутишка. Будет, вот реально каюсь, в силу того, что, скажем так, я не профессиональный блогер и стример, да, и у меня мой основной заработок это не донат от пользователей, которые меня смотрят, а это все-таки хардворк в архвизе. И, соответственно, бывали перерывы, и я просто-напросто, ну, элементарно забил. Я начал готовиться к следующим темам. У меня есть материал, но он еще сырой, потому что я просто его не обработал. Но стримы по теме «Я у мамы фрилансер» буду, да. Я расскажу про фотостоки. Опять же, в контексте фотостоков интересно, рекомендую последить за... вот этим товарищем, Томас, фамилия черт ногу сломит. В общем, он основатель Добарти Studio. Так, что там не обновляется картинка? У него, вот кто в курсе моего паблика, они выпустили свой софт Добарти Капто, выпустили скрипт Добарти Light Assistant, бесплатный скрипт, очень удобный, кстати. Они занимаются тем, что зарабатывают на фотостоках. Рендерят они на GPU движке, рендерят они короткие видеоролики, различные такие для рекламы, для еще чего-то. Вот интересный ролик. Все сделано чисто на ГПУ. И это тоже как бы упоротые верящики. То есть они корону никогда не рассматривали как инструмент для продакшена. И они зарабатывают на тем, что пилят вот такие ролики, простые, но в то же время изящно выглядящие для фотостоков. О фотостоках будет тема. И отдельная тема это именно финансовая оптимизация для фрилансера, который работает дома. Так, аренда. Так, Вячеслав Рудой. Я задрался переделывать материалы под ГПУ. Да, с этим есть проблемы. Не все материалы... то, что вы настраивали для ГПУ, ЦПУ рендеринга, будут хорошо работать на ГПУ. Здесь какой принцип? Если вы изначально заточены уже на работу с ГПУ, то тогда вам уже свой пайплайн и свой шейдинг отдельно нужно заводить, да, то есть библиотеку материалов адаптировать под ГПУ рендеринг. Там на самом деле не очень много ограничений, но какие-то фишки, какие-то моменты, да, действительно не работают и бывают определенные такие неприятные ситуации. Вот. И опять же, сбился с темы. Лекция, которая была посвящена, ее провел, как его зовут... Дмитрий Чехлов. Больше рендеров, хороших, быстрых, разнообразных решений для рендеринга. Он провел эту лекцию, и ее было любопытно слушать в контексте определенных моментов, я к ней еще вернусь. И вот этот человек как раз-таки планирует уже 3-й или 4-й год выпустить книгу по V-Ray на русском языке, соответственно, где он будет очень детально и подробно все рассказывать. Не знаю, удастся ли ему это сделать в 2019 году, потому что его все за это уже пинают который год. Он на каждом CG-эвенте обещает, что закончит. Не знаю, чем это все закончится. У меня в планах тоже есть мысль, но это так пока... Где-то далекая мысль, что когда я лицензируюсь, то, скорее всего, выпущу книгу по V-Ray Next. Есть у меня такое мнение, именно основанную на реальном опыте. Не буду я говорить там, да, все обо всем и так далее, а именно реальный опыт, связанный с архвизом и в пайплайне этого всего дела. Но это так пока. Фантазии. Так, что еще? Хоть на английском, но все равно книги можно было качнуть. Были сообщества, которые официальный мануал успели перевести. Так. Ну все, по вопросам все разрулил. Ну на самом деле я не знаю насчет мануалов. Если вы в этой теме достаточно давно, я имею в виду V-Ray, то все фишки работают и без этого. то есть без дополнительных мануалов, но какие-то новинки, да, нововведения, которые вводятся в V-Ray, действительно информации не хватает, и здесь единственный вариант — это все-таки подтягивать свой английский, это раз, потом отслеживать ютубчик, это два. Допустим, вот так недавно я для себя сделал открытие V-Ray Instancer. Удобный, кстати, инструмент для быстрых решений, то есть, опять же, удешевляет использование V-Ray, да? Чтобы использовать там какие-то массивные засадки, мы либо используем Rail, как называется-то, i2 Forest Pack, да, Forest Pack, либо мультискаттер, то есть цена того и другого уже все равно серьезно начинает напрягать в контексте, если общей лицензии, общего вопроса лицензирования, начинает напрягать кошелек. И в V-Ray есть хороший инструмент для быстрых решений. Я его еще не глубоко не ковырял и планирую по нему провести стрим, потому что на русском языке я не нашел, реально не нашел информации на русском языке, может, плохо искал на ютубчике, как пользоваться этим инструментом. Этот инструмент своего рода аналог мультискаттера, позволяет рассаживать деревья, травку, делать ковры и прочую хрень посредством стандартных инструментов V-Ray и 3D Max. Для этого нужно использовать Particle View в сочетании с, да, по-моему, с Particle View. Правильно я сказал? Да. Партиклы и V-Ray Instancer. И все хорошо работает. Можете в Гугле забить, ой, не в Гугле, в этом... В YouTube забить V-Ray Instancer, там на ломаном английском можно найти мануал и быстро понять, что к чему. Так, двигаемся дальше, уже 2 часа лясики-балясики идут. Да, вот, встроенный скаттер, и этот вопрос я, кстати, задал, давайте картинку сейчас сделаем. Вот этому чуваку, он отвечает за отдел разработки, 5-10, я задал, когда вы, блядь, купите мультискаттер, либо Forest Pack. У вас, говорю, в короне, ну не у вас, вы купили корону, в короне есть стандартный инструмент скаттеринга. Что вы чешетесь? Задавался вопрос через переводчика, может быть, переводчик что-то не так перевел. Но суть вопроса стояла в том, что будет или не будет аналог мультискаттера, либо Forest Pack V-Ray, на что мне сказали нет. И, видать, ну, сложности перевода, да, потому что очень много, когда технических слов, переводчик сама начинает теряться в этих словах, и может быть что-то неправильно. И потом уже в приватной беседе я отдельно пообщался, не в зале, а именно уже у стенда хаусов, и он сказал: а какого хрена вы не используете V-Ray Instancer? То есть он находится вот здесь. Так. И как он работает? Он работает в содружестве с... Я сейчас настраивать не буду, просто как бы для понимания. Сюда загоняется... Так, где? Сюда загоняется Particle Source. А в этот раздел загоняются... Так. Какие-то примитивы, да? Ну, там это могут быть прокси, может быть всякая фигня. Не, что-то я сейчас путаю, я сейчас на самом деле вас запутаю, погоню, посмотрите, я просто бегло посмотрел, в пустой сценке сделал. Но суть в том, что вот этот, как бы, два этих инструмента, один стандартный 3D Max-овский, второй стандартный V-Ray-овский, да, позволяет рассаживать травку, рассаживать деревья, делать пушистые коврики и прочие вещи именно стандартными средствами. Более просто сложно получается управление, да, то есть нужно немножко покурить вот эту тему с настройками партиклов, но все достаточно интуитивно, просто и понятно, то есть там через маски, через другие моменты можно, опять же, штатными средствами решать многие головняк, поэтому кому это интересно, ковыряйте, я через какое-то время обязательно подготовлю на эту тему стрим, потому что мне самому интересно с этим инструментом разобраться, потому что я испытываю боль, когда вопрос касается работы именно с архитектурой, и мне не хочется использовать сторонние инструменты, потому что, во-первых, проблемы с пираткой, проблемы с лицензией, там что-то глючит, а тут реально есть возможность именно штатными средствами решить многие вещи, потому что это, во-первых, дешево, во-вторых, это работает, то есть отлично. Так, про Unreal поговорили. Сервис клудинга, да, называлась тема Head in the Cloud, голова об облаках, где она. Ну, не суть важно. Скажу честно, я эту тему промохал, то есть я с нее ушел, потому что мне она была неинтересной и относительно понятна, да, то есть все очень просто. Но я догнался информации по этой теме у непосредственно на лекции самого Влада, то есть по сути лекция Влада это была такая как бы обобщающая лекция, которая подытожила всю ту информацию, которую выдали. И, естественно, он презентовал непосредственно проект Лавина. Но пока о Клуде. Влада на самом деле мастер оптимизации, хитростей, и в этот же как бы раз он доказал это еще раз тем, что наебал систему. Хитрость Верей Клуда... Хитрость Верей Клуда заключается в том, что они используют вот эту хрень. Google Cloud. Что такое Google Cloud? То есть Google, Amazon, еще что-то предоставляют в пользование свои сервера в большом, в огромном количестве. И в свое время, еще до появления Клуда, так, где-то у меня эта картинка есть, до появления Верей Клуда у меня была мысль, а что бы не запользовать. То есть там достаточно очень бюджетный сервис с точки зрения предоставления серверов амазоновских, либо гугловских. Чтобы не запользовать эти сервера для удаленного рендеринга. Но в силу того, что у меня не хватило бы скиллов айтишника и скиллов какого-то программиста, я так примерно прикинул, что если там просто делать какую-то эмуляцию, устанавливать 3D Max, V-Ray, ну это геморройно все будет, даже если получится что-то реализовать. Вот, и я эту идею забросил. И на лекции уже Влада сказал, что, ребята, у нас нет даже ни одного сервера, да, такого уровня в нашей лаборатории House Group. Все это рендерится в Google Cloud. То есть, что сделала Влада? Они просто написали веб-интерфейс для обращения к гугловским серверам, поставили на эти сервера свой софт, наверняка какой-то там рукописный отдельно, и все. И у них заработала очень удобная система удаленного рендеринга, прекрасно масштабируема. То есть они реально не прикурят никогда с точки зрения нехватки ресурсов. С кем-то мы общались в паблике, и как бы вопрос этот был поднят. А если этих, рано сейчас бета-тестеры, их там штук 300, скажем так, допустили. А если их будет 1000, а если 2000? Ну, я думаю, что Google Cloud справится и с 10 000 тестеров, либо реальных пользователей. То есть просто было сделано вот такое решение. И я считаю, что это, ну, гениально. На самом деле, все простое, гениальное. не стали изобретать велосипед, не стали ничего делать, не стали покупать уж тем более железо, а просто-напросто подключились к Google Cloud. С точки зрения финансовой это намного выгодней, но в чем профит Virea, да? Я думаю, что они имеют какой-то определенный дисконт и определенную маржинальную разницу между как бы стоимостью оказываемой услуги конечному потребителю и стоимостью от этого герца, да, скажем так, полученному от Гугла. Но при этом они убивают двух зайцев, то есть они опять же сделали коробочное решение, то есть устанавливая себе на среднестатистический компьютер лицензионный Virea, мы в пакете получаем возможность быстрого обращения к рендер-ферме. И когда уже жопа в огне и картинку нужно получить за... качественную картинку получить за 5 минут, то Virea Cloud спасает очень хорошо ситуацию. Причем... там реализация очень грамотная, не как, допустим, я уже давно на рендер-фермах не рендерил, может там что-то поменялось, но каждый раз, когда нужно, допустим, посчитать новую сцену, вернее, пересчитать сцену, поменять там камеру, там еще что-то, ну, какие-то сделать незначительные подвижки, но при этом фактически сама сцена остается без изменений, то приходится перегружать сцену, загружать новое, а это загружать все ассеты, то есть текстуры, там, HDR-ки и так далее. То есть это становится реально болью. Здесь же идет очень как бы удобный режим, то есть ну, смартовый такой интерфейс. Можно какие-то моменты, именно качество, камеру поменять непосредственно в веб-интерфейсе и переназначить имя сохранения и, соответственно, не грузить снова эту сцену, а получить все картинки, настроив все через веб-интерфейс. И цена, насколько я понял, достаточно лояльная из приватной переписки с одним из пользователей, но он на скетчапе рендерит, но быстро, очень быстро и недорого, то есть сопоставимо со стоимостью рендеринга на фермах. Так, это про Cloud. Что еще? Мастер-класс по Maya я тоже пропустил, но опять же догнался на мастер-классе, который давал непосредственно Влада. Сейчас я найду. Что мне там было интересно? Мне было интересно вот этот шейдер. Я опять же воспользовался возможностью живого общения и задал вопрос об этом. Мне этот шейдер понравился. Это реализация Virea Next для Maya. И здесь идет презентация шейдера Virea Toon Shader. Реально крутая вещь. Я в ней увидел потенциал. Я в ней увидел хороший потенциал для привиза, для архитектурной визуализации. То есть здесь очень тонкие, классные настройки. Давайте я сделаю во весь экран даже. Тонкие классные настройки, которые позволяют создавать и блики, и тени, и делать тени воздушными. И все это работает в среде Virea и также взаимодействует с атмосферными эффектами. То есть настолько прикольный шейдер, и он сейчас реализован на текущий момент для майки, который вот буквально вот-вот тоже вышел Virea Next для майки. Задал вопрос, для 3D Max Virea Toon Shader появится? Да, появится. То есть следующий какой-то апдейт, то есть скорее всего 2-3, я не знаю, то есть детали я не стал уточнять у Влада. Появится данный тип шейдинга, и мне вот лично для моей ArchFix практики очень удобно. То есть на текущий момент я согласовываю определенные рендеры, этапы, вернее, разработки проекта, делая Ambient Occlusion Render. но имея, скажем так, заранее заготовленную библиотеку тун-шейдеров, которые имитируют дерево, имитируют металл и при этом делают достаточно быстрый рендеринг. То есть вы видите сейчас, как все в интерактиве быстро происходит и достаточно качественно. Мне этот шейдер очень понравился. То есть он взаимодействует с эффектами прозрачностями и прочей такой фигней. То есть также позволяет вводить штриховку. Кто, опять же, следит за моими стримами, помнит мои мыторства по настройке шейдера, имитирующего рисунок. И сейчас в этом шейдере отпадет необходимость, поскольку реализация непосредственно официальная дает гораздо больше возможностей и гибкостей. Финал Тун, он, да, есть такой момент, но он тормозной и как бы не то, что тормозной, нет возможностей хороших, которые реализованы именно в этом шейдере. По крайней мере, на меня не то, что очень сильное впечатление произвел данный шейдер, но мне он реально понравился именно с точки зрения коммерческого использования. То есть не просто там какие-то игрульки, и он хорошо интегрируется. Вот видим, как туман перспективный взаимодействует с объектом. То есть и также, вот сейчас за паузу, есть возможность тонкой различной детальной настройки именно градиентов для того или иного типа материалов. То есть можно создать библиотеку, да, какую-то универсальную, которая будет отрабатывать очень хорошо эти библиотеки. И это все будет, опять же, стандартным вереевским решением, что очень круто. Вот, да, то, что я почерпнул именно на теме с майкой, ну и говорю, порадовало, что это реализуется в 3D Max. Так, дальше подсказочка какая. V-Ray for Houdini. Спикер, похоже, забухал, потому что лекция, так понял, я где-то отсутствовал, где-то тусил, не помню. Лекция сорвалась. Но в целом, да, мне вот это как бы посещение вот этого всего комплекса вот этих лекций дало понять, что V-Ray лезет в каждую дырку. То есть каждый софт будет оснащен V-Ray, это факт. И все это будет кросс-платформенным, что очень удобно. То есть интересный как бы момент. В мыслях у меня крутился, я прочитал статью, что в целом, да, в будущем нет надобности в узких специалистах. Сейчас востребованы такой термин, как soft skill, да, мягкие силы, мягкие навыки, то есть чтобы человек мог плавно перетекать от одного инструмента к другому, от одного вида деятельности к другому и делать это более-менее как бы удобоварительно. И как раз таки повсеместное распространение V-Ray в каждом софте дает возможность именно вот этой реализации в нашей среде софт-скилла, да, то есть я могу плавно перетекать комфортно при этом, от одного софта к другому, потому что понятно, что 3D Max не может сделать то, что можно сделать в Maya. В Maya нельзя сделать то, что можно сделать в Houdini и так далее. То есть многие такие моменты, и все это приправлено одним общим соусом под названием V-Ray. Они очень плотно в этом как бы контексте развиваются. И теперь мне понятны такие вот разработки. Сейчас я где-нибудь найду. Опять же. Да, вот. Их шейдинг. Понятно, да, у них есть стандартный набор шейдеров, но мне никогда, ну, я стороной, скажем так, обходил этот момент, неинтересно, а потом я взглянул на это с другой стороны. Вот шейдер, сейчас где он? OCL материалы, то есть Open Shading Language, потом GLSL материалы, это тоже язык программирования для шейдинга, и MDL материалы, это язык программирования от NVIDIA. То есть это вот на самом деле тоже идет момент кросс-платформенности, да, вот эти группы шейдеров. Эти шейдеры одинаково будут работать как и в самом V-Ray, так и в других сторонних приложениях. То есть то, что по сути добивается V-Ray, да? Кроссплатформенности, комфортной работы в любом софте, но при этом это все будет в единой оболочке V-Ray. Поэтому я и так пафосно заявил на анонсе стрима, что V-Ray как бы планирует захватить мир, да, но в контексте как бы именно нашей внутри CG-индустрии. И поэтому языки программирования, языки шейдинга и все вот эти шейдеры он пытается компилировать и прикрутить к своему движку. Он уже по количеству возможных как бы шейдер эффектов уже опередил рендерман. То есть рендерман поддерживает только, по-моему, 2 языка программирования, и они пересекаются, по-моему, OCL шейдинг. Могу сбиться, не помню на самом деле, что поддерживает рендерман. Ну, какой-то один из языков V-Ray также поддерживает. Но при этом V-Ray самый богатый именно в оснастке вот этих шейдеров у себя. Да. И теперь движемся в V-Ray for Cinema 4D. Лекция была, скажем так, не про меня, то есть, да, как упоротого максиста и V-Ray-щика, но лекция была про ArcViz. Ее вел вот этот товарищ Фабио Палвелли. Держите в чат ссылочку на него. Рекомендую на него подписаться. У меня двоякое впечатление. Он, конечно, меня заразил своей как бы эмоциональностью. Он итальянец. Интересен его подход, его видение и его пайплайн в ArcViz. Он хороший спикер, но не думаю, что хороший архвизер. Но все-таки это ему не мешает быть, скажем так, официальным лицом в Cinema 4D от House Group. Вот его Behance профиль. Но его основная из последних заслуг — это конференция D2, прошедшая в Вене, где он собрал в августе 2018 года, где он собрал хренову кучу 3D-шников, и все эти 3D-шники так или иначе завязаны с ArcViz'ом. Отдельно есть CG-канал на ютубчике, вот еще ссылочка в чатик. Что мне понравилось в его подходе? Многие клиенты думают, да, это с его слов я сейчас говорю, что рендерит компьютер, делает все компьютер и очень сильно принижает участие непосредственно самого 3D-шника, CG-артиста в процессе. И одна из его рекомендаций была, что вы должны, чтобы повысить, скажем так, вашу стоимость и ваше участие в самом как бы проекте, вы должны дать понять клиенту. То есть у него, в принципе, была такая лекция именно с точки зрения продажи себя. Он очень мало говорил на самом деле про V-Ray в Cinema 4D, а именно он говорил о коммерческой стороне ArcViz'а и продаже себя и подаче себя. И поэтому это было действительно любопытно. То есть я не пожалел, что задержался на этой лекции. И он один из этапов Я, к сожалению, не вышли еще от CG Event все записи. Я хотел какие-то нарезки взять, поэтому сейчас просто вы можете смотреть картинки. Давайте его проектов включим. То есть вы должны дать понять клиенту, что вы тоже работаете, а не только работает компьютер. И у него пайплайн строится таким образом, что он сперва эскизирует определенный вид. То есть он не работает, допустим, так, как я. Может быть, я перестроюсь, может быть, не перестроюсь. Но, как правило, его подача, его рендер ограничивается продажей только одного ракурса картинки, одного ракурса интерьера. И если, говорит, мы с клиентом договорились, клиент был лоялен ко мне, не геморроил меня, я ему могу сделать еще 2-3 ракурса, но эти 2-3 ракурса будут, если вот посмотреть на эту картинку, хорошо это демонстрирует, то это будет просто зум на отдельно взятые объекты, то есть фрагментальные клозапы и не более того. Да, то есть другая часть пространства, помещения не затрагивается. Вот только в этом моменте была задета библиотека. И по библиотеке еще один шотик. Все. Здесь он, кстати, в короне, да, ее отрендерил. То есть его подход именно ограничивается 2 ракурсами и 3 клозапами на основе тех же самых ракурсов. То есть он призывает к тому, чтобы визер не перетрудился. И на предварительном этапе он согласовывает эти ракурсы путем скетча. То есть он делает какой-то набросок там и согласовывает, что будет вот так, давайте так и так далее. Тем самым дает понять клиенту, как бы, что я тоже работаю, я тоже прилагаю усилия по композиции, я прилагаю усилия там по каким-то моментам детализации и декорированию. Другой момент, который мне у него понравился, и этот момент как бы проскальзывает в лекции. Опять у меня из головы вылетело. Где он? Дмитрия Чехлова по оптимизации. То есть Дмитрий Чехлов рассказывал про свой архитектурный проект. Там какой-то дом в лесном массиве, нужно было посадить деревья. И вот у него, кстати, очень хорошо был реализован вот этот принцип софт-скилла и принцип кросс-платформенности. То есть V-Ray ему позволил часть проекта сделать в 3D Max, воспользоваться инструментами скаттеринга 3D Max, еще какие-то моменты реализовать. Потом это все дело было перенесено в мае. В мае, по-моему, он сделал, из башки вылетело, как называется, камера трекинг. То есть привязка камеры к видеоизображению, и все это было вживлено. В итоге 3D-шка была в квадрокоптеровский там облет вживлена. То есть здесь как раз отработали именно его навыки непосредственно как специалиста Дмитрия Чехлова, soft skill. То есть он везде по чуть-чуть что-то знает. Ну, на самом деле он сертифицированный пользователь Autodesk, там еще какие-то у него там регалии. Ну, типа, он в этой теме давно, я не отслеживал, он как бы прошаренный товарищ. И, соответственно, он всем софтом автодесковским очень хорошо работает. И при этом V-Ray, да, интегрированный во все эти моменты, позволяет ему комфортно перетекать от одного софта к другому. Почему вот и я так вдохновился, по сути, именно V-Ray, что ребята идут в правильном, в нужном направлении, да, и они смотрят гораздо шире, чем мы, когда вдруг друга кидаемся какахами, я имею в виду короновцы и верейщики, да, то есть House Group клали на это хрен, на самом деле, они очень грамотно сделали, что купили корону, вот, и, так, вернемся к чему... Про что я рассказывал, я отвлекся. Вот. И Фабио Паллелли также призывает, как и Дмитрий Чехлов, призывает готовить ассеты. Также эта тема прозвучала в контексте реал-тайм движка, да, то есть когда они там ArchViz-проект реализовывали на Unreal Engine. То есть очень много времени, это оправдано, когда вы тратите свое время на подготовку ассетов, на подготовку контента, то есть подготовку 3D-моделей не конкретно к отдельно взятому проекту, а в целом вы делаете заготовки для себя на будущее. Вы тратите время сейчас, но потом это время компенсируется вам в текучке, да, и вот кто опять же следит за моим YouTube творчеством, я стал развивать, ну, пафосно звучит, развивать свой канал ютубовский, именно он называется Light, потому что я не делаю там обучающий контент, а я делаю там общеобзорный контент, буду делать общеобзорный контент плагинов. Начал я с плагина Project Manager, который позволяет реально руководить всеми проектами, то есть когда он у меня очень давно, этот плагин, мы с разработчиком долгое время как бы общаемся, я ему заказывал скрипты свои для своей работы, кастомные такие вещи, вот, и приобрел Project Manager, и до сих пор как бы мы общаемся, но я им не очень активно пользовался в силу того, что мне, допустим, да, ну, я не рекламирую этот продукт, я о нем рассказываю. И поэтому могу сказать, что мне не нравился его юзер-интерфейс, он очень аскетичный, и меня это всегда отталкивало, и я как бы его так, ну, есть и есть, там иногда что-то загляну, перекину, но активно не занимался. Но Александр Крамер, его зовут, разработчик проект-менеджера, попросил меня сделать обзор, и я сейчас вот выходит серия за серией обзор отдельных там вкладок, отдельных возможностей. И я понял, как я как бы узко опять же мыслил и недалеко мыслил, что раньше не работал с этим плагином, Project Manager так плотно. Потому что реально, когда я начал писать обзоры, стал аккумулировать какие-то вещи, заниматься, тратить время на систематизацию, на подготовку контента, Project Manager это позволяет очень хорошо сделать, то есть посмотрите, не поленитесь, эти обзоры, они не могут показаться скучными, но в силу того, что я не хочу на своем канале кого-то развлекать, хотя стараюсь немножко там видео веселенькими сделать, они больше именно практически-теоретическими, это можно сказать туторы на самом деле, как пользоваться этим плагином. И я этот весь функционал, когда изучил, и сейчас просто идет стадия монтажа, то есть все обзоры уже, на самом деле, материал записан. Я понял, что с этим инструментом, если я сейчас буду каждый день тратить какое-то количество времени, с этим инструментом я смогу очень быстро реализовывать проекты. И Фабио Паллелли к этому же призывает, да, то есть делайте заготовки. Какой-то шейдер отработал у вас в проекте, хорошо, вы настроили его там для своего проекта, и он у вас отработал. Сохраните себе в библиотеку. Сделали модель, сохраните себе в библиотеку и так далее. И потом как бы и систематизируйте это все, чтобы этим было удобно пользоваться. Понятно, что там проводник Windows не всегда удобно позволяет настроить контент, и опять же не реклама, да, а чисто собственное как бы мнение, впечатление. Project Manager решает многие вопросы именно с оптимизацией использования контента, очень легко найти, очень легко добавить в сцену, никаких проблем с перелинковкой, то есть все происходит в автоматическом режиме. Вот такой момент. Потом, после уже лекции, я с Фабио пообщался, он там разбирал пример какой-то спальни, я спросил его, это была коммерческий проект? Нет, это был не коммерческий проект, и тогда как бы разговор стал строиться в следующем ключе. Сколько, мне всегда с практической точки зрения было интересно, сколько уходит у среднестатистического 3D-шника на тот или иной проект. Ну вот говорю, на примере говорю, спальни, скажи мне, пожалуйста, если бы ты делал это коммерческий проект, сколько бы у тебя это заняло дней? Он сказал, у меня аналогичные проекты занимают около 5 дней. То есть, но по сложности, я думаю, что если сопоставить, я сейчас не знаю, найду, не найду, ту спальню, которую мы разбирали, ну, наверное, вот точно такая же сложность, да, приблизительно этого проекта. Я думаю, что там включен моделинг, там шейдинг, 5-10, еще что-то. Но он сделал такую оговорку. Я знаю людей, которые то же самое сделают за 3. Точно на таком же качестве. Но зачем об этом знать клиенту вашему? Ваш клиент должен знать, что вы тратите на его проект как минимум 3 дня. Лучше всего, чтобы отдельно взятый проект в глазах клиента вот такой сложности ассоциировался с 5 рабочими днями. Тогда, говорит, это будет оправдано. И не старайтесь вносить правки, да, если возвращаются правки от клиента. Пусть даже эта правка займет у вас 30 минут времени, не старайтесь эти правки делать за 30 минут. Даже если вы их сделаете за 30 минут, вышлите ваш рендер клиенту через 2 дня. Это будет правильно, то есть это определенное воспитание клиента. И в принципе вся его лекция, все речи строились именно на взаимоотношении с клиентами. До того, как я подошел к Фабио после лекции, с ним общался другой молодой человек, не помню, как его зовут, и я просто краем уха подслушал, что ему отвечал Фабио. Там суть вопроса состоялась в том, как начать хорошо зарабатывать на архвизе, потому что все мы знаем, что архвиз — это демпинг, это 5-10 и прочее, и 3DD вместе взятые. Да? Но Фабио в этом плане не растерялся. Он сказал, что я работал в России, и я в России продавал рендеры по 3000 евро за картинку. Даже, говорит, в вашей стране, да, то есть, ну, там посыл был, как вот в нашей стране, типа у нас там низкий там жизненный уровень, там низкая оценка наших услуг, 5-10. На что ему Фаби ответила, что да, может быть, но я продавал в вашей стране рендеры по 3000 евро за картинку. Вопрос только в том, состоит в том, можешь ли ты себя продать, есть ли у тебя эти возможности. И у него многие лекции мотивирующие, я также, кстати, рекомендую на него подписаться на Фейсбуке и следить. Он многие отсылки дает именно на коммерческую сторону вопроса, как выстраивать отношения с клиентом, что говорить, как себя продавать. Но единственный момент, да, это нужно знать английский язык, чтобы ориентироваться о том, что он там декларирует. Мое восприятие, он мне понравился, интересный, позитивный и так далее, но мое восприятие немножко, я так критически ко всем этим моментам отношусь. Мне кажется, в какие-то моменты он пиздит. И какие-то моменты он просто выдает желаемое за действительное. Может быть не так, может я ошибаюсь, но мне кажется сомнительным мероприятием на самом-то деле продать за 3000 евро одну картинку, с его слов я говорю сейчас, да, у нас в России, неважно, даже пусть это будет архитектурный проект, хотя, ну, в принципе, какому-нибудь девелоперу вполне это возможно сделать. Но он призывает работать над личным брендом, над своей фамилией и так далее и тому подобное. В любом случае, даже если, скажем так, результаты его рендеринга не весьма впечатляющие, да, то есть есть ребята, которые рендерят и получше, но, опять же, этого достаточно, на самом деле, в большинстве случаев для конечного пользователя. Да, то есть для конечного покупателя, потому что мы в первую очередь продаем впечатление, мы не продаем хорошо проработанную текстуру, там, еще что-то. Она где-то может быть вообще ужасной на самом деле. Но мы продаем впечатление. А впечатление строится в целом. Надо смотреть на... Это опять же с его слов. Надо смотреть в комплексе на картинку в целом. То есть надо смотреть на ту эмоцию, которая картинка может вызвать, а может не вызвать. И он призывает строить именно... рендер на впечатлениях. То есть у вас может быть рендер шумным, да, может быть материалы где-то не очень внятные, но хорошо простроенный свет, хорошо простроенный ракурс. Что мне, кстати, тоже понравилось, он отдельно разговаривал про ракурсы, и у меня также стрим я в свое время проводил по поиску ракурсов и по работе с золотым сечением. И что мне понравилось, что в Cinema 4D камеры уже по умолчанию оснащены всеми вот этими приблудами, о которых я говорил и показывал скрипты, которые там, это золотая спираль, золотой треугольник, то есть в Cinema 4D все эти вещи есть по умолчанию, и можно любой кадр выстроить по законам там золотого сечения именно в Cinema 4D. То есть он очень в этом плане замороченный именно по таким вот вещам, как композиция и светотень. То есть, и я с ним согласен, потому что как бы, спустя время как бы, определенный опыт накопился. Я понимаю, что на самом деле многое... процентов 75, и это говорит не только Фабио, там еще во многих лекциях, которые так краем уха слышал, которые так или иначе со светом связаны, говорится, что свет решает большинство задач, потому что шейдер в среднем, да, любой среднестатистический шейдер, он уже всем известен, да, то есть там вода, кирпич, бетон, они все строятся по плюс-минус одинаковым принципам. А вот уже над цветом и над композицией нужно напрягаться, нужно иметь какие-то навыки, эти навыки развивать, то есть черпать где-то материал. То есть тоже, казалось бы, простой проект, представляющий собой 8 боксов, ну, условно говоря, да, и 2 сферы. Но выглядит вполне себе убедительно, и я думаю, что он его продал, если это только не учебная работа. А, ну да, студенческая работа это была. Вот так вот. То есть лекция мне его понравилась, поэтому я рекомендую отслеживать его блог. И вот я постил у себя в паблике его идею, вернее его мысль, сколько должен зарабатывать архвизер. И все лекции его можно посмотреть, причем титры есть. Можете включить титры, там интуитивно можно общий смысл уловить. Также он был организатором крутой вечеринки в Вене, где собрал кучу архвизеров. Марек Денко и не только, да, то есть где тут из известных у нас в России. Ну, дофига, короче, я сейчас заколебусь тут искать и перечислять, за кем я слежу. Ну и непосредственно брал интервью у Влада и Андрея Карлика. Ну, в общем, последите, весьма интересный персонаж, и много каких-то полезных вот этих деталей можно извлечь из его лекций, из его мыслей, из его фейсбука. Хотя какие-то моменты, может быть, он ради эмоций, ради как бы продажи самого себя, потому что он сам ездит, я так понял, с различными спичами, мотивирующими лекциями, и на этом также зарабатывают помимо архвиза. То есть какие-то моменты, я думаю, что они могут быть наигранными. Но в любом случае следить за ним имеет смысл. Так. Да, в целом вот так вот прошли эти 2 дня на CG-эвенте. Все это закончилось 2-м днем, где я посетил Влада in Renderland. Я, в принципе, уже в течение всего стрима рассказал о тех или иных как бы моментах, которые я узнал, о каких-то фишечках. Мне понравился вопрос, вернее ответ на вопрос, который задали Влада. Нафига вы разрабатываете, упираетесь за GPU рендер, если есть тот же Octane рендер, либо Redshift рендер? И Влада, этого подъема почему-то никто не заметил и почему-то никто не посмеялся, хотя реально было смешно. Влада рассказал историю вообще становления V-Ray коротко, в двух словах. Когда мы только заходили на рынок CG со своим продуктом V-Ray на CPU рендеринге, нам все говорили, зачем ты сюда лезешь, ну там может команда Neon 1 был, еще кто-то был, зачем вы туда лезете, уже есть Brazil, есть уже Mental Ray и... Спустя, как бы он так там выдержал паузу, спустя время, где сейчас Brazil, где сейчас Mental Ray, их нет. Поэтому, как бы, ну, такой тонкий юморок был, мне показался, что он достаточно уверенно и устойчиво себя чувствует, чтобы такими вещами, скажем так, бросаться. Что еще было интересного? Проект «Лавина». Заключительная часть. Про проект «Лавина» очень мало информации, и в основном это связано с тем, что он не мог реализовываться в силу того, что не было подходящего оборудование для этого проекта. То есть в любом случае уже давным-давно Влада был нацелен на GPU решение. И проект «Лавина» будет сосредоточен именно на реал-тайм рендеринг в чистом виде, да, то есть у Влада была первая попытка V-Ray RT реализовать, но не хватало чисто функциональной возможности видеокарт, то есть не совсем это справляется. И V-Ray RT стал V-Ray GPU, и сейчас, по сути, при наличии одной-двух хороших видеокарт, V-Ray GPU рендер может стать постпродакшеном, вернее, продакшн рендером, то есть финальным рендером, то есть даже не CPU. А проект «Лавина», в свою очередь, будет нацелен на следующие вещи. Это real-time презентации, которые поддерживают FPS 24-30 и VR, виртуальная реальность, которая идет на 90 FPS. Да? Но в силу в том, что, как бы, также Влада оговаривался, это проблема с геометрией, проблема с текстурами, все требует оптимизации. И пока все это выглядит примерно так. Но даже на этом решении, здесь показана демонстрация на Quadro RTX 6000 без предпросчета. То есть это идет чистый real-time трейсер. На этом, как бы, в этом проекте «Лавина» все идет в реальном времени. Вот в левом верхнем окне видно FPS, с которым движется камера по объекту. Количество там сколько-то миллионов или миллиардов деревьев, то есть достаточно сильно детализировано. Здесь идет чисто проверка, как бы, на способность этой разработки вытащить такой объем геометрии именно непосредственно в кадре и просчитать светотень и глобальное освещение и рефлекты, рефракты в реальном времени. То есть это еще сырой проект, во что он выльется еще никто не знает, сам Влада не знает. То есть да, он ведет разработку, да, архитектура Тьюринг, теперь новые видеокарты позволяют так куражиться. Но это все еще пока демо, это все еще пока тестирование. Но перспективы следующие. То есть проект «Лавина» будет нацелен именно уже на честный реал-тайм, на VR. Но это уже, говорю, косвенно нас, наверное, пока еще не касается, потому что это все режим еще разработки. Но, возможно, когда-то мы сможем, я имею в виду архвизеры, вот здесь написано, 4 миллиона каждое дерево, дает 100 миллионов уникальных треугольников, да, и лес порядка 80 тысяч инстансных геометрий. Ну и вот здесь в его лекции, то есть здесь все дублируется, по сути, в этой статье, которая она уже какого-то там времени вышла. Даты нет. А, вот, в августе эта тема вышла. То есть все упирается сейчас именно в производительность видеокарты. Новый ГПУ решения от NVIDIA значительно как бы решили этот вопрос. И вот они будут двигаться дальше в этом направлении. Вполне возможно, что нам уже не понадобятся в дальнейшем какие-то Unreal движки, Unreal Engine я имею в виду. А можно будет проводить презентации и делать какое-то решение по виртуальной реальности именно через проект Лавина. Причем, опять же, понимаем, да, все это будет пересекаться очень легко и просто, да, за счет интеграции, опять же, V-Ray во все продукты. Будь то Maya, будь то 3ds Max, будь то Cinema 4D, все это закидывается в кроссплатформенный формат V-Ray Scene и перекидывается в лавину. И все это уже рендерится в реал-тайме, но при наличии, естественно, вот таких вот решений, как Quadro RTX 6000 и выше. Все в целом рассказал и поделился всеми впечатлениями. Вопросы вы в чате задавали достаточно активно, вроде как бы на все ответил. Но если есть сейчас еще какие-то дополнительные моменты, которые хотелось бы прояснить, потому что я мог что-то упустить, потому что времени много достаточно прошло, эта неделя рабочая выдалась достаточно активно, и я просто могло что-то вылететь, и я не зафиксировал. Но в любом случае у меня еще остались видеозаписи, какие-то моменты я свяжу в своей памяти, если вы зададите интересующие вас вопросы. Давайте я подожду, поскольку есть задержка небольшая. И вообще отпишитесь, мне было бы приятно услышать обратную связь, было интересно сегодняшний обзор или нет. Справился я с задачей рассказчика, или как в анекдоте «Каруза, Каруза, слышал я вашего Каруза, мне Рабинович из соседнего подъезда напел». Передал ли я ту информацию, которую вы ожидали услышать, те впечатления от эвента или нет? Спасибо, Сергей Ф. Спасибо. Ну, отлично. Хорошо. Следующий тогда анонсирую стрим. Следующий стрим состоится... Ага. Следующий стрим состоится также в выходные, либо в субботу, либо в воскресенье, уточним ближе к концу недели. Я продолжу пилить и закончу, наверное, в этот раз сцену подписчика. Доведем это все до какого-то логического завершения. Вот. А что касается эвента, то если... удачно сложится, то я планирую выступить на следующем, побывать на следующем эвенте в качестве докладчика. Остается только открытым вопрос темы доклада. Но однозначно это будет Архвиз, однозначно это будет V-Ray. в ваших как бы силах на самом деле подсказать мне какую-то тему часовую. И я бы с удовольствием в следующем эвенте 2019 бы поучаствовал. Ну а если больше нет вопросов, спасибо за участие, спасибо за присутствие, спасибо в принципе за активное участие, особенно в начале стрима засыпали вопросами, действительно было интересно отвечать. Надеюсь, я помог. Всем хорошего окончания выходных и хорошего начала недели. Доброй ночи.